Геннадий Богданов 13 лет занимался торговлей и однажды решил, что пора соединить выгоду и работу для души. Возраст. И ведь, как говорится, чиновником я не был, а гены такие у меня деревенские, сам я с деревни. Вот, в общем, скот держал всегда. И так, желание, место хорошее и желание растить, кормить население качественным мясом. Фермер старается все делать своими руками. Отстроил зернохранилище, откормочник. В помощь только два работника и один охранник. Это азиатская овчарка Джафар. Корм для молодых бычков готовится на старой дробилке. Увидит первобытный строй. Без иронии не обойтись, когда столкнешься с проблемами. Особенность предпринимательства в деревне в том, что от торговли до сельского хозяйства всего несколько шагов, столько же и обратно. Вот это стадо в 159 голов нужно как-то кормить, но это трудно, потому что нет техники, а техники нет, потому что нет кредитов. В банке фермерство считают убыточным, кредит под залог правительства теперь не выдают, а других выходов у фермера на примете нет. Ну духом ты что падать духом, а куда деваться? Надо кормить, поить, растить. Пока снега нет, скот можно еще на пастбище выгонять, но зимой без КамАЗа, прицепа, трактора и новой дробилки не обойтись. Если вопрос по кредиту никак не решится, то с бычками фермеру придется расстаться. Иван Фиськов, Евгений Мартынов, Вести Мордовия, Темниковский район.